Сегодня, 8 января 2019 года, 9 часов утра, и я отправляюсь по реке Меконг в маленькое путешествие к пещере Тысячи Буд, или как его называют местные, Пак Оу. Цена билета составила $20 США. В пути в одну сторону корабль находится приблизительно 2 часа. Вот такой вот это небольшой кораблик. К пещере Тысячи Буд можно также добраться и на сухопутном транспорте. И это будет немного дешевле и намного быстрее. Но сухопутный транспорт не подарит вам красот реки Меконга. Поэтому я выбрал именно эту экскурсию с надеждой на то, что увижу красоты реки Меконг. Где-то в 9:30 утра мы отчалили от пристани. Забыл сказать, что эта экскурсия предлагается в Луанг Прабанге. Забегая наперед, скажу, что река Меконг оправдала мои ожидания. Комментировать здесь нет смысла, просто нужно смотреть и наслаждаться красотами реки Меконг.
А вот здесь дружественный народ Китая помогает построить новый мост через реку Меконг. Пока же местные переправляются на другой берег с помощью такого вот парома. После того, как Меконг понизил свой уровень воды, местные собирают песок на его берегах, который потом используют для строительных целей.
по пути к пещере нас завезли в маленькую деревушку, где занимаются изготовлением самогона, а также ткачеством. Туризм в этой деревушке набирает обороты. А вот так швартуют нашу лодочку. Вот это самогон с разными гадами внутри. А это сама деревушка. Во благо туристов здесь все зацементировано. И с обеих сторон предлагается продукция ткачества. Но несмотря на то, что деревушка уже туристическая, местные все же умудряются жить своей жизнью. Некоторым туризм пошел на пользу. Другие же пока что в процессе раскрутки. Такие вот станки используют для ткачества. А для некоторых жителей туристический бизнес все-таки идет по боку. Но все-таки главная красота – это набережная реки Меконг. В песках Меконга кто-то умудряется выращивать кукурузу. Подвиньтесь, мне нужно уплывать. А вот это красавец-кораблик, на котором я плавал в пещеру Тысячи Будд. Довольно большой по сравнению с другими. Ну и намного красивее. А лодочки здесь как на конвейере. Одни приплывают, другие уплывают. Очень много в Лаосе туристов преклонного возраста, причем это все европейцы. Возникает вопрос, почему же наши люди боятся ехать, когда им стукнет, скажем, 60 или 70, сидят дома с сиднем и никуда. Ведь жизнь продолжается. Берите пример с европейцев и не плачьте, что у вас нету денег. Не у всех же нету денег.
Некоторые просто боятся. Вот и все. А нужно себя пересилить. И потом вас не остановишь. А вот на этой лодочке за рулевого женщина. Ну вот, пришло время и нам отправляться в пещеру Тысячи Будд. А пока мы туда плывем, наслаждайтесь красотами Меконга снова. По пути исследования к пещерам мы встречали несколько деревень рыбаков. А вот еще один песочный карьер. Местами Меконг довольно бурная река. Корову лоси заменяют буйволы. Ну вот мы и приплыли к пещере Тысячи Будд. И вот так вот эта пещера выглядит с нашего корабля. Как выяснилось уже при швартовке, здесь находятся две пещеры. Нижняя пещера видна с реки Меконг, а на верхнюю нужно подниматься по крутым ступенькам. Она находится на возвышенности. Цена билета составляет 20 тысяч кьят, но нам вход был бесплатен, так как он включен в общую стоимость билета.
Вот такая она, нижняя пещера тысячи Будд. А вот так развлекаются местные в ожидании туристов, которых привезли сюда посмотреть Будд. Это главная пристань у пещер. Это так называемая Карстовая гора. Что ж, пойдемте со мной, покажу вам, что представляют собой пещеры. Туристов здесь, конечно же, много, ведь это одна из основных достопримечательностей Луанг Прабанга. Нижняя пещера находится сразу же почти возле воды. В ней находятся статуи разных возрастных групп. Правда, насчет тысяч я сомневаюсь. Согласно интернету, это статуи, которые жаль было выбросить, и привезены они сюда специально для того, чтобы упокоиться на веки веков. Но вот незадача. Им спокойствие только снилось. Местные придумали аттракцион, на котором зарабатывают немалые деньги. А вот чтобы подняться к верхней пещере, нужно иметь хотя бы элементарные физические силы. Для того, чтобы увидеть, что же находится внутри пещеры, нужно иметь с собой фонарик. Я, жаль, забыл его в номере. Но не стоит расстраиваться, статуй здесь немного. Да и по масштабности эта пещера уступает нижней. Вот незадача. Монахи – это вроде бы бедные люди, живущие на подаянии. Откуда же у них такие крутые фотокамеры? А вот слева внизу – касса, у которой с вас потребует 20 тысяч кип. А туристы здесь на конвейере. Одни пришли, другие ушли. А это обслуживающий персонал лодочек, который в ожидании туристов. А вот и они, сытые и довольные туристы, европейцы.
На таких вот маленьких лодочках перевозят туристов, которые приехали сюда на машинах. Еще один нехилый в плане денежек аттракцион – байдарки. Так выглядит пирс у пещер. А вот так встречают измученного туриста. Что ж, все посмотрели, все на борту. Отчаливаем. Подводя итоги, скажу, что эта экскурсия стоит своих денег. Обратно в Луангпрабанг мы приплыли в районе 3 часов дня. Еще один прощальный взор на пещеру Тысячи Будд. А вот так мастерски лавируют пилоты корабля, выплывая на вольные воды реки Меконг. Судя из сидушек, пострадал какой-то минивэн. А вот и свежая партия туристов. Да и кораблик под стать нашему, таких здесь очень мало. Именно в таком ракурсе смотрится пещера лучше всего. Будете планировать поездку к этим пещерам, обязательно спланируйте поездку к ним на лодке.